Так, ну смотрите, самое интересное, сколько бабах? Бабахи две у врага, у нас две бабахи. Я тут со взводом, получается, у меня взводные зелененькие двое. Остальные вон, гляньте. Короче, любые расклады сейчас возможны будут. Любые расклады. Ну, как обычно, наверное, сведусь все же потяжем. Тут деревьев навалим сейчас целую кучу. Не знаю, они вот как бы... Иной раз бывает действительно, вроде ты скрытно тут сидишь в этих кустах. А иной раз хлоп, и ты уже в свету. Так. Ну вот, ладно, первое. 2,4. 2,5 секунды вылететь будет. Смотри, чуть не обманул меня. Никуда не попал. А вон бабах. А прикиньте, я мог бабаху сейчас сдать. Ладно, деревьев пока наломаем. Ну что-то мне кажется, тут моих не будет. Хотя... Давай, друг. Ну что это, 275, вы видели? Фактически в башню, в бочину, там то ли в затылок, ему непонятно. Ладно, 700 дали подарочных, спасибо. Так, тут 2 или 3 танка еще. 430 со скрытым ником. Оно будет назад отъезжать. Короче, накрыл. Ну что-то их тут маловато. Что-то их маловато. Их, по идее, тут должно было быть больше уже. Центурион спокойно выйдет. Ага, вон он, третий. Вот это недолет. Так, так. Тут надо, знаете, чтобы поглядывать налево. Поглядывать налево, чтобы там у нас не нарисовались случайно провалы с тяжами. Ебр. Зараза. Не хотелось бы в начале боя умирать. Ну-ка. Надо, чтобы вперед. Да что ж такое, гляньте, некому стрельнуть. 140-й же мог легко бы уже кинуть. Ёлки. Ладно, кто там его срезал? Ага. Ладно, 780-й хоть приехал, а то совсем все плохо. Не угадаем. Так, все, тяжи там идут. Сейчас могут на нас так сыпаться. Еще и фуловые, ёлки-палки. Там не продавились, здесь уже полностью легли под них. С4, подожди. Попадание. 176. Прикиньте, это я должен в него столько раз еще выстрелить, у меня снарядов не хватит с таким-то уроном. Хотя вот на 261 это заположняк там. 150 средний урон от выстрела. Подожди, стой. Да ты смотри, гад, обманул меня. Сейчас мне это боком выйдет, походу. Я не пойму, как у нас там бабаха еще живая. Уже и СУ-4 надо было на нее упасть 100 раз. Ну, уже поздно. Ему надо было раньше. Я так чувствую, я еще раз в него успею выстрелить. Сейчас. Отсюда я никак не засвечусь нормально. Кто у них? У них еще... Леопард непонятно где. Такое 6-6 по... Гляньте, у них на 2000 хп больше, чем у нас. Ну, во всяком случае, мне так пишет.
Зараза. Смотрите, я выса 4 выстрелил уже раза 4 минимум, а то и 5. 156. Не понравилось мне 176, на тебе 156. Так. Так. Пока мои совзводные живые, у меня будет все нормально. Угу. Ёлки, может, надо было по ИСу седьмому кидать. Короче, помогите. Сейчас, наверное, Артаконь умрет. Не, сидит там по-тихому, не видит он его. 8 секунд. Артаконь. Неужели не засветился? И смотри, леопард с инвиза откуда-то бьет. Такой прям умный. Ну-ка, оставит мне его. Да что ж ты сделаешь, глянь, бабаха-везунчик. Я его должен был еще тогда нормально там нагнуть. Пробитием хотя бы. Так, ну, вроде выровняли все. Вот это плохо. И Арту убили, и Витька застрелили. Так, что-то как-то все не очень. Восемь секунд, 5 снарядов у меня. Ну что, успеют его убить, нет? Вот эти 62-е, конечно, хрен поймешь, что у них на уме. Они уже 100 лет назад должны были поехать леопарда убить. Еще, гляньте, они там жмутся вообще. Просто стоят, не пойми. Ну что это за братья такие, два брата, акробата. Да. То есть они такие умники, типа ПТшки. Там мы тут стоим, мы, если что, постреляем. Ну и дальше что? Постреляем. В принципе, две арты и леопард. Не знаю, неужели у них леопард такой волшебный? Тут был где-то. Можно разок пульнуть. 4 снаряда. По одному на арту и 2 на леопарда. Витек пишет, 62-м удалите игру. Согласен. Бабах, опять хп. Так, ну, елки-палки, доковыряли Антоху. Два снаряда. Да, теперь любая ерунда возможна. Леопарду теперь максимально светить надо. Он этих 62-х развалит, мне кажется, хоть они там, хоть и он днище, но мне кажется, они там вообще красавцы в этом плане. Как бы мне тут не попалиться. Сейчас в кустике станем где-то. Ну и в болото. Не понимаю я, откуда леопард, если поверху пойдет. Хотя что ему меня ловить? Ему надо светить для артоводов. Видели, он бабах, опять хп. Я надеюсь, 62-й хоть какой-то догадается поехать артоводов поубивать. Витя пишет, сольют мрази. Это возможно, но... Вот это ж надо. Бабаху чпокнули. Он отсюда откуда-то подсветил, выходит. Квозняком. Так, последний снаряд.
последний снаряд. И что-то нет у меня мысли о том, что это будет Фадин. С этими двумя клоунами. Если артоконь в углу где-то стоит, то он, по идее, до меня и не докинет. Он засветился. Ну, там его, наверное, убьют. А ну-ка. Одного срезали. Я думаю, тут леопард стоит все равно. Да, 62-й, смотрите, идет, раздает налево и направо. Да, елки-палки. А, вот он в каких кустах. Фадин. Это Фадин. Ладно, хоть победили, а то вообще прям печально. Да, мастера дали. 4900 и 3. Почти 8000 суммарки. Так, где-то мы совзводные. Вот, 3000, пожалуйста. И совзводные напуляли тоже. Туда-сюда. Короче, десятку мы накидали на взвод. И по ассисту я получил 4900. Нормально.